Друзья, всем привет! С вами канал Ферингер Топ. Меня зовут Дмитрий Лукин. И сегодня я начинаю серию видео о переделке своей парной. Называться серия будет «Путь к мечте», потому что я хочу сделать крутую отделку парной у себя в бане. В общем, погнали! Началось все это с облицовки моей печи Ферингер камнем. После того, как печь стала выглядеть настолько круто, на все остальное в парной смотреть уже не очень хотелось. Чтобы глаза мои тебя не видели. А кроме того, за 3 года эксплуатации бани появилось понимание, что здесь нужно улучшить, что нужно добавить и как лучше использовать пространство парной. Поэтому в течение последних 2 месяцев я запасся необходимыми материалами, о которых позже. И вот сейчас уже здесь полный разгром, потому что я приступил к работам. А во всех этапах моей работы я буду снимать короткие видео, которые буду выкладывать на канал. Ну а для начала цель всего мероприятия, что я хочу получить в итоге. Первое. Переделать полки. Я хочу подкорректировать размеры полков, то есть я вот, допустим, основной полок, который у меня 1,1 метра, хочу увеличить до 1,3 метра. Кроме того, хочу добавить уровней полков, чтобы лучше использовать большую высоту моей парной, поменять материал и использовать пространство парной более грамотно. Второе. Добавить древесины в парную. У меня в парной сосновая вагонка, что вообще не самый лучший вариант для парных, но она на самом деле показала себя достаточно неплохо в режиме русской бани. Менять я ее не буду, но добавлю сюда другой древесной массы, чтобы режим в парной был более правильным. Третье. Переделать свет. Кроме того, что света у меня здесь не так много, как бы хотелось, он еще и работать стал через раз. В общем, буду его ремонтировать, буду добавлять новые светильники. Свет должен получиться приятным. Ну и четвертое, конечно же, улучшить интерьер парной. В итоге должно получиться очень классно. Я нацелен на крутой результат. Кстати, недавно на канале Ферингер МСК вышло новое видео о очень интересной бане, где все продумано до мелочей. Это баня одного из наших подписчиков Артура. И там в видео он вместе с Никитой из Ферингер МСК рассказывает о том, почему, что и как сделано. Я оставлю ссылку на данное видео в описании здесь. Обязательно посмотрите. Очень крутая баня, очень классно все продумано. Есть на что равняться. У себя же я хочу сделать более массивно. То есть в качестве основного материала я буду использовать доску толщиной 40 мм. Чтобы эта доска хорошо прогревалась, хорошо набирала влаги, и потом это все отдавала в парную в процессе использования. В общем, планы серьезные. Пойду уже делать, буду все снимать, буду все выкладывать здесь на канале, поэтому если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь прямо сейчас, следите за выпусками, оценивайте видео, оценивайте мой путь к мечте, подсказывайте что-то в комментариях, возможно, мне ваши советы пригодятся или тем, кто будет смотреть данное видео, будет очень полезен ваш совет, поэтому пишите комментарии. Сейчас же я рекомендую вам ознакомиться с видео на канале Ферингер МСК, посмотреть на эту крутую баню, а пока всего доброго! До встречи!